Всем привет! Меня зовут Наташа, и я никогда не сидела на шпагате. В этот карантин я решила попробовать исправить эту ситуацию, поэтому я публично пообещала о том, что я буду тренироваться каждый день, снимать свои тренировки на видео и выкладывать эти видео в интернет. Если я этого не сделаю, то я заплачу одному из своих подписчиков 1300 гривен. Сегодня у меня будет 16-я тренировка, я пока держусь, и я решила добавить еще бонусов для моих подписчиков. Тот из моих подписчиков, который окажется самым активным комментатором, точнее, три самых активных комментатора под моими видео с тренировками о шпагате, получат по 100 гривен пополнения на телефон. Также в прошлой тренировке одна из подписчиц уже получила за то, что выполнила условия челленджа и присела 10 раз и прислала мне это видео. Поэтому, если вам интересны вызовы, если вам интересно понаблюдать, смогу ли я сесть на шпагат или нет, за моей борьбой с собой и со своей ленью, если вы тоже хотите бороться со своей ленью, переходите, подписывайтесь на канал и до встречи в эфире.